В этом году месячник по уборке городских территорий стартовал 9 апреля. Так десногорцы примут участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». С первого дня к работам подключились все коммунальные службы города. У каждого предприятия свой круг обязанностей и территорий. До конца месяца у них большой фронт работ, чтобы не было пыльных бурь в городе, убрать с дорог, дворовых проездов и тротуаров песок, которыми они сами же боролись с гололедом, очистить от мусора, листвы и веток газоны. Мы активно работаем по уборке города. С четырех часов у нас работает 5 единиц техники. Это 3 подметальных машины на базе тракторов, значит, пылесос, поливомоечная машина. И с 8 часов у нас начинается рабочий день уже, как называют, ручники. То есть рабочие, которые убирают лопатами и прочее, прочее. Это где-то в пределах 18 человек. Каждый день у нас выходит на эти работы. В настоящий момент работа проходит по шестой дороге. Это вот от Большого кольца и в сторону ОТСЭ. Значит, мы планируем убрать вот эту дорогу где-то примерно к концу недели. Ну и дальше пойдем 10 и остальные дороги. То есть к 28 числу мы постараемся все эти работы выполнить и уже подготовить основные площади к субботнику. На территориях дворов управляющим компаниям необходимо провести весь комплекс работ по уборке и благоустройству. Сейчас проводим очистку газонов от мусора, от листвы. У нас запланировано очень много работ. Это такие работы, как ремонт малых форм, ремонт детских малых форм, это ремонт песочниц, покраска, обрезка порослей. Ну и все работы по очистке, по уборке территорий. Как вы видите, работы у нас идут полным ходом, техника у нас готова, персонал укомплектован инструментом, всем необходимым для санитарной очистки города. Десногорское лесничество наводит порядок в лесопарковых зонах города, очищает лесные насаждения от бурелома, сорного кустарника, сухих и больных деревьев. Приводим нашу парковую зону в порядок, вырубается кустарник, он складируется и затем будет вывезен на ТБО. Также производится спил больных деревьев, которые угрожают жизни и здоровью наших граждан. Могут ли наши десногорцы забрать их в качестве дров на дачу, например? Да, можно, забирайте, пользуйтесь, это не возбраняется. Глава Андрей Шубин обратился к руководителям предприятий и предпринимателям города с призывом активнее принять участие в проведении работ по уборке закрепленных территорий. Завершится месячник по уборке города 28 апреля общегородским субботником.